После 2 июля, после падения ракеты «Протон», мы все почувствовали последствия опасного топлива гептила. Но Российская Федерация снова 15 сентября собирается запускать ракету «Протон» с опасным топливом гептил. Группа «Антигептил» против этого, и поэтому 19 августа в 11 часов она собирается провести публичную акцию «Поможем России убраться». Неравнодушные, приходите, поддержите, потому что гептил не выбирает ни национальности, ни партийной принадлежности, а он губит всех. Не дадим засорять Казахстан. Казах жерін ластамақ.